Вообще без шансов. Май Неевной с вами. Всем привет. И сегодня с реакция на Underverse 0.5 второй шанс. Как же мы его давно не смотрели. Как же, я помню, мне горело одно место того, что писали. Ты не знаешь историю всех сансов. Почему меня от этого горело, я уже объяснял. Но давайте смотреть, 22 минуты, будет довольно интересно. Со мной анимация и сама история довольно интересная. Поехали. Джоэль Пенароза. Надеюсь, правильно прочитал ее имя, фамилию. Undertale, find me, чудес. Ну, рисовка, кстати, лучше стала. Явно лучше. Уже видно. Простите. Я... Тимачечи. Даже вселенная, это кросс, эти всякие штуки, XT, да. Как мы давно это не смотрели вообще, да. Ну, глядя, как рисовка, вау, вау, стало прям мое почтение. Даже Ink Sans будет, с которой вообще непонятно, что происходит. Dream Nightmare, да-да-да. Инк с подвохом, я ему больше не верю. Простите, у меня хорошее настроение. Классический Undertale. Underverse 0.5. Дождались, ребята. Я аж водички запить захотел. Да что ж такое? Что мне дышать мешает? А, это конец? Черный экран такой долгий. Так, я примерно помню, на чем все закончилось, поэтому, в принципе... Эй, Санс! Где ты был, черт возьми? А, в озвучке Physics IO, ребята. Или IO, господи, забыл, как называется. Ну, ссылка на рекламу в описании. Матч пришлось отложить. Тебя несколько часов не было. Часов? Часов. Прошло всего несколько часов в этом мире. Обалдеть. Собака на площадке пыталась закопать меня заживо. Опять? Это уже третий раз за месяц. Странно, до сезона дождей еще далеко. Похоже на дождевой шквал. Нам надо домой. Блин, ну рисовка моя, почти, простите, я восхищаюсь сейчас рисовкой. Она стала прям очень крутой, прям очень крутой. Она и была хорошей, но это прям сейчас вау. И в пыли. Ну и ладно, она все равно уже износилась. Да, гори, детка! Ура! У Фриска есть идея. Агрессия к одежде. В их шкафу есть одежда. Можем тебе одолжить. Может, и на тебя что-нибудь найдется. Сходите вместе проверить? Блин, чаёк или кофеёк? Классно, пойдем. Ну объясняй, давай, рассказ. Я так рад, что ты вернулся целым. В том месте та еще чертовщина. Сущий ад. Не отличить от того, что тут сделал ты. Буду честен, малой, я чувствую себя лопухом, но теперь я спокоен. Мне больше не нужно притворяться, что все это меня как-то волнует. Тупыми обещаниями нам ничего не изменить. В конце концов, нам не выбраться из этого цикла. Все же цветок был прав. Пойти туда одному и сломать психику – твое решение. Ну да. Полетел пацан. Мою помощь.
Ты просто проигнорировал. Все тут пацифисты были, все уже нормально жили. Мы контролируем лишь этот таймлайн. Дела остальных нас не касаются. В том-то и дело, малой. Что? Там не осталось ничего. Мы — его следующая цель. И теперь он возьмет всю грязную работу в свои руки. О ком ты говоришь? Кто он? Наш новый владелец. Это какао с маршмеллоу. Сан сказал тебе об увиденных и альтернативных вселенных, а также все, что узнал о Кроссе. Блин, ну и делов тут наворотилось, ё-моё, как все сложно. Он подробно описал конфликт, привел к уничтожению мультивселенной. Ух! Зловещий некто, вернувший его домой. Сила опаснее, чем сброс. Если у тебя еще есть вопросы, тебе придется задать их ему лично. Санс ушел к Грилби. Ну, хоть выпить на свой кетчуп, а расслабиться. Ненадолго, конечно, я чувствую. Чувствую, какая-то кикеха еще тут произойдет. Смотрите, какая милая синка там была. Кнопка перезаписи? Черт, ну и смехотворно же эта мультивселенная. Так, наша вселенная осталась одна? Может, это и к лучшему. Просто представь кучу альтернативного мусора, возомнившего себя чем-то особенным. Неважно, кто достоин существовать, а кто нет. Что-то неизвестное и якобы опасное. Вот что нас волнует. Нам нельзя давать ему фору, а уж тем более доверять. Что ж произойдет, блин? Отлично. Ты уже все знаешь. О, без сомнения, Гастер? Санс прекрасный посланник. А, именно этот. Рад встрече, человек. Как быстро же появился? Икс-Гастер. Ведь озвучка Гастера классная. После того случая твой таймлайн стал крайне особенным. Ой, блин. Послушать. Даю респект никому за озвучку Гастера. Никому в мультивселенной не понять, насколько они ценны и поразительны, этот мир и твои качества. Я пришел вкусить твою истинную мощь, игрок. На все твои вопросы, наконец, будут даны ответы. Я искренне прошу тебя пройти со мной. Хватит лукавить насчет своих намерений. Убирайся из моего мира сейчас же. Невежество всегда страшится перемен. Не бойся моего предложения. Отвали, дурак. Опа, она чара подъехала, здрасте. Отложи ненадолго свое безрассудство. Сосуществование будет единственным изъяном, который я приму. Рамки, контролирующие всех нас, будут уничтожены. Я приведу вас к абсолютному совершенству. Ох, я чувствую, это уже совершенство. Мой мир не станет объектом обсуждения с тобой. Я решительно намерен переубедить тебя, игрок, любыми способами. Совершенство или провал? Третьего не дано. Ух, блин, ой, блин, у меня аж башка начала кипеть почему-то. Чё? Я вспомнил, почему оно все такое сложное тут. Блин, ну какие же классные персонажи, гляньте на Матрицу, просто гляньте на эту андайн, какие они все кекс просто. Ну, дизайн персонажей крутой у Икса. Драма нарастает, как же интересно. Все так расстроены.
Чё я этот, блин? Что в моей игре тебе больше понравилось? Должен признать, сам я не смогу их остановить. Неужели ты считаешь это честным? Делать то же, что и... Чёрт, я уже почти все мои слова забыл. Так, что за третий фарт? Я как бы хейтер Инксанса, я вообще поддерживаю только оригинальную вселенную, я за оригинал. Ну, вы же знаете, я обожаю Undertale, оригинальный. Не сильно шарю во всех аухах их, их миллиард, миллионы, и каждый день придумывают новые. Поэтому я буду стоять за своих ребят, как бы за оригинального Санса, Папируса, Фриск, Чару, за мои ребята, я за них. Ребята, я... Зовите на помощь, ну чё, я тут... Я с вами. Ничего не могу поделать, дружище. Как же я волнуюсь, а? Да Фриск такой. Ничего себе, он матёр. А, да Чара. Да ты вырос. Классно выглядишь. Матёрая Чара, блин. Хотя я буду скучать по временам, когда был выше тебя. Газ защищает. Или Фриск. Чара, я не просто так изменил твое тело. Ты теперь взрослый, так и веди себя подобающе. Только взгляни на своего маленького брата. Как же он в тебе разочарован. Почему Чара, типа, больше похожа на Фриска, а Фриск на Чару? И все же, потрудился ты неплохо. Мне с тобой было супер весело. Так, человек отказался играть с нами? Каков план Б? Нету никакого плана Б. Они лишь дали мне вескую причину не сдерживать себя в работе. Мирные беседы бессмысленны. Насколько уникальный мир нельзя делить с невежественными. У них у всех глаза, как у Гастера. Это значит, что они все под его просто контролем или как? Ему никогда не достичь идеала. Я буду играть по моим правилам. С ними или без, пути назад нет. Ресурсы этой вселенной больше не пойдут на смарку. Заметьте, только взгляд у Чары, который похож на Фриска, я повторюсь, обычный, то есть обычный человеческий взгляд. Предстоит финальная схватка за вечность. Это реальность. Ну правильно. Я ничего не понял, но было клево. Так тебе и нужно. А? Что здесь написано? Упс. Соси... Чуть не забыл. Соси Бебру. Там написано ему. Эй, мне надо отлучиться. Можешь мне помочь? Видите взгляд у Чара единственного, у кого нормальный? У всех остальных глаза, как у Гастера. Или что, упустил и забыл? Спасибо. Уже, потому что очень много времени прошло. Или это еще не Ты объяснялось? Ты хоть в чем-нибудь не всемогущ? Что ж, сегодня будет непростой денек. Удачи, друг. И смотри под ноги. Ну, не буквально. Типа, у тебя их нет. Пойдем, Бруми. Трус. Ты вернул нас, лишь чтобы вступиться за тебя. Скорее, чтобы дать вам проявить себя. К примеру, ты здесь для моего развлечения. Мне забавно твое недовольство. Лишь поэтому я не трогаю твое сознание. А, да, он захватил сознание. Теперь позволим твоим товарищам сделать их работу. Какой противный скользкий чел, блин. Прямой эфир. Ух, вы нас просили здесь Чара секса. Знаменитой пекарне Маффет. О, обычный татон. Блин, какая рисовка, простите, я в восторге. Если вам аниматору респекты просто. Я вас не осуждаю.
Вот почему мы вместе работаем над уникальной выпечкой для зрителей, ведь так? Сначала гонимые 90 тысяч голды, тогда я отрекламирую твою чушь. Дорогуша, за этот кроссовер мои фаны выложат последнюю монету. Больше ни об одном пенни не будешь волноваться. Просто следуй сценарию и все. А не хочешь, чтобы я разобрала на ингредиенты твою металлическую с... Нет сигнала. Упс, камеру вырубила. Только не сейчас. О, черт! Ребят! Ой, больно, ой, больно. Минус камера. Немедленно все исправьте. А поймаю тоже... У вас 10 секунд, чтобы свалить из моей пекарни. Босс, мы тут бессильны. Давайте продолжим завтра. Ё-моё. Ну вот и здравствуйте. Жесть, весь мир в трещинах просто. Чё? Это просто секунда вот так? Они слишком ли они сильные? Вот так и знал, что надо было взять отгул. Гляньте! А, человека! Это тоже метатон, как я понимаю, да? Недостаточно. X-метатон. Генерал, от всех этих душ вас стошнит. Если мы хотим быстрее очистить этот мир, мне нужно больше энергии. Меня больше тошнит перенаселение. Два метатона? Да вы издеваетесь. Маффет, та паучиха часом не твоя сестра или типа того? Конечно нет. Все ясно, ищите укрытие. Я с этим разберусь. Чего? Вы серьезно? У этих недогонщиков за славой проблемы с идеями. О, он бомбу свою использовал. Ничего себе! Окей, метатон-то опаснее, чем кажется. Альфис, привет, дорогуша. Метатон, ты в порядке? Мы эвакуируемся. Многие здания серьезно повреждены землетрясением. Ты не постила мои чертежи в интернете? Что? Нет! Что ж, похоже, кто-то пытается саботировать мой бренд. Еще надо выяснить, откуда здесь двойник Маффет. Двойник? О чем ты говоришь? И Фриз начинает понимать. Я тебе перезвоню. Город атакован. От них гибнет народ. Постой, Метатон! Метатон! А вы чего ждете? Я сказал вам уходить! Босс, вообще-то мы пытаемся. Ага, паучок, видите, какой миленький. А, и вообще по барабану, понятно. Ну и ну, какое совпадение. Не ожидали встретить здесь своих коллег? Я понимаю твою озабоченность. Факт того, что есть другой ты, ставит под угрозу чувство особенности. Обещаю, останется лишь один из нас. Простите меня. А внутренний голос говорит, пожалуйста, простите меня. Слышали? Блин. И им будешь не ты. Помогите нам. Они наоборот просто помощи. Бедные на самом деле персонажи. То есть они на самом деле нормальные ребята. Воу. Он хорош. Все равно. Блин, ну дизайн персонажей, мое почтение. Я тут подумала, а я ведь всегда хотела питомца. Вообще без шансов. Бегите! Серьезно, они всех их...
Они сразу избавились от Метатона и Маффет? Какого черта происходит? Город, нет, он был прав. Метатон! Метатон, прошу, ответь! Альфис, успокойся, Метатон сильный, он справится. Это не магия. Вокруг разрастается что-то тяжкое. Я тоже это чувствую. Я обязан пойти туда. Это чрезвычайная ситуация. Монстры и люди в опасности. Я посол. Я не могу просто так тут стоять. Фиск, один ты никуда не пойдешь. Моя компетенция может тебе пригодиться. Я тоже пойду. Мы должны спасти наш народ. Если не поторопимся, город разрушится. Поехали. Всей толпой просто. Подождите. Где Санс? Срезал. Ну, конечно. Меня ради Санс. Твои решения крайне интересны, игрок. Это лишь облегчает мою работу. Боюсь, что ты лишь моя очередная марионетка. Блин, как же жалко. Единственное, кого он не лишил своего разума. А может, даже не смог лишить. Вот это тоже интересно. Почему? А Санс даже не пытается отвоевать свой мир. Почему? Конец. Серьезно. На самом интересном. Ребята, не знаю, что будет дальше. Пока очень заинтересовали. Прям тут сразу к действиям перешло все. Мне очень жалко Метатона, очень жалко Маффет. Маффет — это один из моих любимых персонажей. Не знаю, что будет дальше. Очень интересно, что будет дальше. Ждем. Ссылка на оригинал в описании. Обязательно, точнее, на перевод в описании. Переходите, подписывайтесь на Физикс. А если нравится мой канал, можете на меня подписаться. Типа, я был бы не против. Все, ребята, всем удачки. Всем пока.